Друзья, привет! Вы на канале интернет-магазина Милана. Меня зовут Михаил. Я буду вам снимать, рассказывать видеообзоры про редкие кожаные куртки, пилоты, меховые, зимние курточки. В основном у нас курточки из кожи буйвола, топганы. Вот сейчас зимний сезон. Сейчас будем снимать про зимние куртки, меховые. Сайт наш называется milano163.ru. Сделать на понравившуюся модель вы можете на нашем сайте. Ссылочка под видео. Вот. На наш сайт ссылка есть под видео. Также на этот товар конкретный вы можете перейти по этой ссылке, сделать заказ. Также у нас есть телеграм-канал. Вот. Внизу тоже под видео ссылочка есть. Подпишитесь, не дай бог там YouTube прикроет, мало ли что, сейчас такое время живем. Вот в телеграм-канале будем общаться, будем вам рассказывать про курточки и так далее, показывать какие-то новые модели. Друзья, с вас лайк, подписка, если нравится наш канал. Это нам очень важно, для нас, ну как бы будем стимулировать этот наш. Ну, будем закупать, если видим, что вам интересно, будем закупать новые интересные модели, рассказывать вам про них. Ну вот, хочу рассказать вам про интересную модель. Это меховой пилот американский, это компания Airborne Apparel. Американская компания, фабрика находится в Европе, оттуда мы получаем. Вот, так что такой пилотик называется B7, сделан из натуральной овчины. Капюшончик отделан мехом енота. Вот весь, естественно, натуральный. Отделочка интересная у него сделана. Все швы прошиты кожей буйвола. То есть для крепости. Здесь удобные кармашки двойные. Один карман на молнии, другой такой. Интересно сделана застежка. Застежка клык. Такая вот с петлей. Вот, сейчас вам покажу. И молния. Молния, естественно, крупная. Вот. Тоже обшиты края у этой молнии кожей буйвола. Вот. Вот так вот она открывается. Вот такой пилотик, смотрите. Внутренний кармашек есть. Кстати, довольно крупный. Телефончик вполне современный, поместится. Вот с этой стороны тоже кармашек, то есть два внутренних кармана. Но на пилотиках это довольно, на дубленках это довольно редкое явление, потому что некуда просто внутренние карманы пришивать. Здесь вот хитро сделали, видите, и с этой стороны карман, и с этой. То есть все документы, все уместится. Смотрите, если сильно холод, то есть здесь пряжечка есть, ее можно застегнуть, и вот как бы шея закрыта, продувать не будет. Большой запах. Двойная ветрозащитная планка. Кстати, тоже немаловажно. Под молнией идет закрытая вставочка, то есть продувать не будет. И молния еще прикрывается запахом, полупланкой. Петелечки тоже выполнены из кожи буйвола, из крепкой, то есть не порвется ничего. И пуговицы сами пришиты. Тоже они вшиты на лямках таких из кожи буйвола. То есть ниток нет никаких, все такими крупными, прочными кусками кожи. Пуговички сделаны, вот эти вот клыки из дерева. Вот, и на них такие логотип, ну, как штамп, выжигает, по-моему, там его как-то. Вот. Со спины покажу. Пилотик вот так вот он сделан. Видите, здесь такой довольно длинный он вот где-то попу прикрывает и пиджачок закроет. Вот, тоже, видите, обшито кожей буйвола все швы. На рукавах тоже все вот крепкой достаточно. На любой рост также можно, если рост от рукава длинноватый, всегда манжетик можно сделать, тоже плюс. Капюшончик, я уже сказал, снимается. Вот. И воротничок здесь обшит, тоже интересно сделан. Вот внутренняя часть тоже кожа буйвола, когда поднимаете. Причем она такая винтажная, тертая кожа, интересно смотрится.
Ну и капюшончик. Некоторые, знаете, принципиально не любят капюшоны. Берете вот так его. Вот. Отстегнули. И все. Вот классическое. Вот так купил. Вот без капюшона. Одна часть как смотрится. Вполне классно. Мне нравится. Просто у нас часто бывает так, что я принципиально не ношу капюшоны. Пожалуйста. Не любите, можно отстегнуть. Сильно холодно стало. Пожалуйста. Можно и одеть. Ну, овчина очень плотная, такая, знаете, набитая, но при этом не тяжелая. То есть премиум, ягненок используется премиум, ну, то есть специальная порода овец, тонкорунная, она прям легенькая, вот, и при этом довольно теплая. На север у нас их закупали, собственно, в Якутию, говорит, очень тепло, то есть без проблем, всю зиму отходили и... Давайте я померю, посмотрим, покажу, как она смотрится. Как сидит размерка, размер L, мой размер. Мне она подошла нормально. Вот такой пилотик, Аляска. Ну вот на зиму. Ну в нем точно не замерзнешь, сука, гарантия. Вот, на молнии покажу как. Молния не очень длинная, застегивать довольно удобно. Вот она прям специально на уровне. Вот так вот. Вот. И здесь уже вот такими хлястиками. Классно, очень удобно. Вот. Капюшончик. Опа. Покажу как. Вот так вот можно накинуть, когда холодно. Воротничок под горло прям застегивается пряжечкой. Ну, то есть, сильные морозы. Без проблем. Ну вот со спины посмотрите, как смотрится. Такой пилотик. Сейчас покажу вам, как он поближе выглядит. В деталях. Покажу, как исполнение. Приближу видео. Посмотрите, как мех, текстуру, швы. Все покажу поближе. Вот, друзья, поближе вам покажу пилотик. Бассейн. Пуговички, видите, как сделано интересно. На петельках кожаных. Вот. Мех енота. Капюшончик съемный. Так вот, плечики. Ну, более подробно на нашем сайте фото есть все. Вот, видео есть видео. Покажу вам. Вот такая, видите, тертая кожа буйвола. Качество очень хорошее, легенький, теплый. Пилот B7. Фирма Airborne Apparel. Друзья, с вас лайк, подписочка. В комментариях пишите все, что интересно. Лично с удовольствием на все вопросы отвечу, если вдруг что-то... Какие-то вопросы возникают по доставке. Оплата после примерки. То есть выбираете модель, оформляете заказ, доставляем в пункт выдачи вашего города, приглашаем на примерку. Нравится — покупаете, не нравится — не покупаете. Повторюсь, оплата после примерки. Так что вот, друзья, пилот B7 из овчины. Классный, теплый. Пожалуйста, капюшончик съемный. Заказывайте. Сайт Milano163.ru. Спасибо.